Первый из трех этапов создания круглогодичного тепличного комплекса в Якутске объявлен пройденным. Его цель – реализовать современное сельскохозяйственное производство в условиях низких температур. Торжественное открытие теплицы прошло сегодня с участием официальных лиц префектуры Хоккайдо, инвесторов проекта, а также членов правительства республики. В пилотном режиме на 0,1 гектара в теплицах культивировано около 1500 растений, но уже на втором этапе в следующем году намечается расширить производственный объем и площадь почти в 20 раз. Выход на полную проектную мощность запланирован в 2021 году. Объем первого сбора мы в этом году ожидаем примерно около 1 тонны, ну примерно 800-900 килограмм, это будет первый урожай. И в годовом режиме каждый месяц будет сниматься примерно по 2,5 тонны вот с этой теплицы. И соответственно, когда будет построена и вторая, и третья очередь, мы ожидаем, что этот тепличный комплекс будет покрывать потребности только города Якутска примерно на половину потребностей в томатах, в огурцах и в зелени.